они могут разрушать вот эти марки или не говорить. Почему? Потому что, смотрите, для того, чтобы организму выводить лекарства, да, требуется время. Требуется время, мочегонник быстро выводит. И вот эти метаболиты не успевают сформироваться. Кофеин сейчас находился в списке мониторинга. Что такое мониторинг? Да. Он и не запрещен, и, как бы сказать, но ведется наблюдение, таким образом он может для спортсмена повлиять на его работоспособность. Адреналин тоже входит в список запрещенных препаратов. Но доктор должен хранить запрещенные препараты отдельно от этих препаратов. При этом запрещенные препараты должны иметь сами список, плюс норма этих препаратов не должна превышать данный уровень. Смотрите, и вот это, да? Я пошел на банкетку в Афине. Во время расследования я скажу доктору это мнение. Расследование или да, на самом деле окажется доктором. Накажут меня и накажут доктора. Взяли каши, таблетки, каши, таблетки. Участвует в соревнованиях, где есть места, первое, второе, третье место, да, грубо говоря, этот спортсмен может быть спортсменом. Во время, когда вы даете новый блок на специально, это будет смягчающим обстоятельством. Смягчающим. То есть, вам могут снизить срок. Это призеры-победители. Второе, определяет чередовка. Как делается перелет? Вот, например, мы как делаем. Мы получаем список, мы не получили список, грубо говоря, какого-то вида спорта, футболиста. Футболисты 22 человека. Это не считается. Много ли человек, он сам уже поломался. Он хотел лучше, он думал, что вот у нас есть ребенок, семья, но он не знал, что там есть отличный ребенок. Поэтому очень прошу вас, вот сегодняшняя наша встреча была чувствовать помочь вашему помощнику и сделать ваше отношение. Кто-то такой может отличить на карте. Где-то что-то может быть. Голова на победу, да? Да. Или кто-то это не допинг, это все супер, это Хабиб принимает, это там Макгрегор принимает, еще кто-то принимает. Не надо этим вещам верить. Поэтому хайте шмо, позы, амим малим, амим доктор, не просто так вас собрал. Вы считаете сборная команда, насколько я понял, да. Элита, правильно? Ребята, которые выступают на соревнованиях с камерами. Почему я об этом говорю? Потому что хайте шмо, ваш горок, ати корме к ним, мы обязательно связки доктор кати. Почему? Кайки доктор мирова варзишгар любой чизики мехура, да? От головной боли бушат, например, понос, я говорю, все равно доктор кати будет маслат к нам. Любой чиз. Боровите те самки, у варзишгар на фамида пеши кира. Духтури шинос рав, караболо. Бехтарин, бехтарин духтур. Но он не спортивный врач. Он обычный врач. Уда фарк надура – это допинг, анаболический стероид, запрещенный препарат, незапрещенный препарат.
Для него разницы нету, он должен вылечить больного. Это меня не коснется. Да, я хирург в фикрмекранте. Это меня не коснется. Бывает, нет? Да? Были спортсмены, которые думали, что я никогда не буду, да? Фуросемид, знаете, что такое? Мочегонное. Для чего используют? Сгонка веса. Сгонка веса. Вы знаете, что фуросемид тоже входит к спортсменам, которые используют для сгонки веса таблетированные препараты, да, любые препараты, это тоже считается допингом. Да, порой сгонка веса. Я говорю, что ему будет, порой ему собихай и вайбу. Дзюдо. Джоми президент. Я автопеш, он начал сгонку веса, где-то 6 килограмм ему надо было сбросить. Дисквалификация почему? Он имеет в виду энергетики. Да, таурин, кофеин содержится в энергетике. Но кроме этого много препаратов, много этих содержится, которые не пишутся в его содержании. Знаете почему? Знаете почему? Потому что вот эти вещи не может быть. Почему в Европе, да, в Европе этот же энергетик стоит, грубо говоря, 10 евро. У нас это стоит 1 евро, да? Почему разница большая? Как вы думаете? Там состав. Абсолютно верно, потому что там состав проверяется лабораторией, и та организация, которая выпустила этот, да, энергетик, она отвечает за этот энергетик. И то не все энергетики могут быть чистые. Они как проверяют? Они берут одну партию, из партии выборочно берут и проверяют. Окей, шип, обратно ушло. Ромеро. Да.